Собака – друг человека. Дружба между людьми и хвостатыми зародилась еще в древние времена, 15 тысяч лет назад. С тех пор они идут рука об лапу сквозь века. 1 июля люди повсеместно выражают признательность своим питомцам, ведь в этот день отмечается Международный день собак. На протяжении столетий собака верно служила человеку, охраняла жилище, была напарником в охоте и любимицей в семье. О ее верности слагаются песни и стихи, пишутся книги, снимаются фильмы. Современные собаки сильно отличаются от своих предков. Пестрят разнообразием пород, характеров и размеров. Но их предшественники были грозными и опасными хищниками. Ведь собака произошла от волка. Со старшим родственником псов посетителей 1 июля решил познакомить городской зоопарк. Хотя в нашем зоопарке собаки не содержатся, у нас есть ближайшие родственники – канадские волки. Вот сегодня о них мы проведем небольшую экскурсию, расскажем нашим посетителям. В зоопарке содержатся два волка – серый и черный. Вольеры с виновниками торжества украсили шариками, а в подарок приготовили угощение – большие куски мяса. Черный канадский волк приехал в Саранск из Карачаево-Черкесии. Природные места обитания этого редкого животного – Канада и Аляска. Но чтобы увидеть гостя из далекой страны, далеко ходить не надо. Нужно лишь купить билет в зоопарк. Ну а собачникам стоит поздравить своих любимцев и приготовить для них вкусный подарок. Ирина Радайкина, Сергей Кувакин, Народные новости.